С добрым утром, Иркутск! Вот такое насыщенное, позитивное утро, волонтерское движение. Помимо поговорили про псевдонимы и узнали много интересной информации про региональный фестиваль. Да, а я уже все хочу подсчитать, сколько же у нас участников, и среди которых мы сегодня разыграем наш приз. Подарок хороший от Леси и Леши. 698 участников. Давай, Леша, что разыграем. Не может нас не радовать. 698 человек принимают участие в нашей еженедельной рубрике. И сегодня из этих 698 человек несколько три наберут... сертификата у нас получают на полировку фар от автосервиса Xenon 38. Да. Следующие номера. Поехали. Номер 94. 94. Отлично. Отлично. Номер 449. 449. И номер 6. Номер 6. Вот такого у нас еще, по-моему, не было. Итак, бизнес-ланч в ресторан китайской кухни «Иероглиф» у нас забирает... Участник под номером 101. 101. А также ресторан «Китайский иероглиф» напоминает о проведении предновогодних вечеров. Что еще у нас есть? Еще у нас есть вот такие вот сертификаты. Эх, два сертификата по 1000 рублей в одни руки от Суши Шоп достаются участнику под номером 162. 162. 2000 рублей. Поздравляем счастливчиков, друзья. Но, Погоди, это не все. Мы не разыграли шейпинг-клуб «Идеал». Любителей активного здорового образа жизни ждет вот такой подарочный сертификат на целый месяц посещения шейпинг-клуба «Идеал» и забирает его номер 350. Я просто хотела себе забрать его. Нельзя так. Шейпинг-клуб получает номер 350. А сейчас давайте уже по заслугам, то есть за то, что вы звонили, за то, что вы писали нам ВКонтакте, мы сейчас вас наградим призами тоже, естественно. А у нас их тоже немалое количество. Вот такой подарочный сертификат на 1000 рублей к фотографу Михаилу получает у нас номер, а точнее не номер, а участник. Ой, какое огромное количество. Которого здесь зовут Юля. Юля, да, чей номер заканчивается на 123. А, также у нас есть два сертификата на полировку фар. А, значит, Юлька Разинькова получает и Елена, чей номер заканчивается на 519. Музыкальный театр. Мы приглашаем Анну. 303 заканчивается ее номер. Я запутался, где же он, музыкальный театр? Вот он, Иркутский музыкальный театр. В художественный кинотеатр, на что мы не скажем. У нас достается к Татьяне Труновой за комментарий ВКонтакте. Два билетика в филармонию. Мы просто не могли не отдать Татьяне Сафоновой за ее прекрасные комментарии о том, где она рассказывает, как она является волонтером и вообще, в принципе, как приобщает детей к такому движению. К такому движению, да. В кинотеатр «Чайка» билетик на две персоны достается Ольге Корягиной, также за комментарий ВКонтакте. В художественный музей мы приглашаем Анастасию Князеву и пам-пам-пам-пам, хоп-хей-ла-ла-лей, болей за наших. И абонемент на 6 бесплатных посещений на матче «Байкал Энергии» достаются у нас Денису Павлову, друзья. Ну, в общем-то, все о призах и подарках. Время для утреннего совета. Смотрим.